Ну вот, пульт, стандартное управление, как бы пауза, включение, отключение, звук, повтор по кругу, включается. Отключается. Там. Ворона. Перед этим утки были. Призыв, осадка. Отключается. Ну, сейчас для интереса там дальность проверим. Ну, не сильно большая, в принципе. Сейчас. Получается вот это вот метров 10. Пробивает. Сейчас вот метров на 20 отойдем. Ну да, метров 20 уже не достает. Где-то вот раз расстояние. Да, вот тут пошло. Метров 15 пробивает. Ну, пульт инфракрасный. То есть как бы по прямой видимости работает только. В комплекте 184 голоса дается. Формируете там. Выполняете на свой взгляд, вкус. Ну, подключение вот осуществляется через клеммы к аккумулятору. Тут все как бы через втычные разъемы. Как бы снимается быстро. Длина провода обычно 400 миллиметров. Вот, по желанию клиента я 5 метров сделал. Как бы подписано под 12 вольт. Ну, по бокам две колоночки. Как бы. Тут спереди мини-магнитолка. USB флеш, мини-флешечка вставляется. Вот. Как бы все просто и надежно. Как бы. Ну, надеюсь, что звук не искажается, как бы, через телефон. Не уверен в этом, как бы. Ну, еще раз включаю. А, клеммы сейчас соединил. Ну, следующий. Следующий трек. Утка. Ну, все, в принципе, как бы. Больше как бы рассказать, показать нечего. Как бы в основном семерочку как бы берут. Семерки там хватает 15-20 часов. Как бы. Ну, на некоторых самых громких треков часов 12 как бы хватает. Но в основном в районе 15-17 до 20. Ну, бывает более даже 20 на тихих треках.